Здравствуйте, дорогие друзья! Коллаген снова есть в России. Это очень важно. Я сама врач, акушер-гинеколог. Параллельно работаю как врач-терапевт, как врач-нутрициолог и геронтолог. Коллаген Примарин – это специфические белки. Коллаген Примарин, он является морским коллагеном, сделан из кожи рыб. Хочется сказать, что результаты на коллагене сейчас просто потрясающие. Состоит из коллагена кожа. Коллаген – это наши глаза, это наши ногти, это наша кожа, волосы. Это все наши различные проблемы со стоматологией. Если вы начинаете, например, протезирование, в фоне коллагена, протезирование идет намного лучше, потому что все вот эти вот фасции, мышцы, все околодесневые карманы, это все работает лучше на фоне коллагена. Сосудистые стенки с точки зрения работы клапанов. А наше зрение, ведь хрусталик состоит тоже очень в большом количестве из коллагена. Коллаген находится практически во всех наших органах и тканях. Как гинеколог я хочу более подробно остановиться на проблемах, которые возникают у женщин в послеродовом периоде. То, что сейчас очень характерно для женщин, это недержание мочи, причихание при кашле, это опущение матки, опущение влагалища, это слабость мышечного аппарата, слабость связочного аппарата. На фоне коллагена замечены очень хорошие результаты на большом количестве пациентов. А что происходит? Происходит как бы подтягивание мышц тазового дна, то есть прием коллагена плюс ЛФК из серии Womb Building и плюс питьевой режим. Это очень важно. И обязательно физкультура, ходьба и зажим мышц тазового дна, то есть нижний замок у женщины должен быть в постоянно затянутом положении. У многих женщин проходит недержание мочи. У многих идет ощущение, и, видимо, уже видно в зеркалах и при осмотре, что у них начинается как бы улучшение мышц тазового дна. Мышцы становятся, повышается тургор. Вот это очень важно. Меньше проявляется опущение стенок влагалища, шейки матки. И многие женщины, в общем-то, уходят от операции по подшиванию при опущении. И хочу сказать, что на коллагене великолепные результаты именно с точки зрения гинекологии. Я сама пью коллаген уже второй месяц, занимаюсь спортом. Что я заметила? Первое. Очень хороший стал тургор кожи, хорошо работают мышцы и, самое главное, хорошо работают связки. То есть моя группа по здоровью, которая, когда мы занимаемся в спортзале, заметили многие девочки, что гибкость суставов стала лучше. У меня была спортивная травма, это травма коленей, сейчас боли значительно меньше. Далее растяжение вот связок мышц идет намного легче, то есть вот буквально, скажем так, раньше я садилась на шпагат, потом у меня это все не получалось. На фоне коллагена сейчас я заметила, что практически уже села на шпагат. То есть, знаете, вот связки они становятся как резиновые, растягиваются великолепно. Очень хорошо подтянулся мышечный тонус. Я перенесла в свое время ковид по осени, и атрофия мышц была очень явно заметной. На фоне коллагена улучшение пошло просто великолепно. И заметила еще с точки зрения улучшения качества зрения. То есть я очки практически не ношу, но как бы вот небольшое ухудшение зрения у меня было после болезни. И проблемы были с памятью. Сейчас я заметила, что, в общем-то, зрение у меня улучшилось, и память стала, в общем-то, тоже лучше. А с точки зрения улучшения качества волос, мне сделала даже небольшой комплимент моя парикмахер. У вас волосы стали необыкновенно хороши. Кожа стала, ну, намного лучше, она стала более влажной, более интересной, более такой натянутой. И вот этот вот весь профиль спортивный, которого, в принципе, я давно уже не видела на своем теле, он сейчас четко вырисовывается. Поэтому, дорогие женщины, коллаген – это потрясающая находка для нас. Это красота волос, ногтей, кожи. Это прекрасная работа клапанов сердца. Это улучшение интимы сосудов. Это улучшение зрения.
Это, кстати, и наши бронхи и легкие, где тоже находится коллаген. Это наши органы малого таза, это наши связки, хрящи и суставы. Коллаген надо принимать минимум 2-3 месяца, но многие косметологи говорят, что чем старше человек, тем больше, более длительный период надо принимать этот коллаген. Я очень довольна, я буду принимать дальше. И, дорогие мои, рекомендую вам начать пробовать, потому что красота женщины, ее обаяние и ее молодость – это очень важно. И очень многое зависит от вас. Всего доброго!